сегодня проходит фестиваль образования, и мы со своими студентами, я являюсь заведующей кафедрой спортивно-боевых единоборств, мы как бы показываем все виды спорта, которые практикуются у нас на кафедре. И хотели бы привлечь молодежь, чтобы поступали не только в экономические и юридические факультеты, но и к нам в физкультурную академию, так как мы учим и показываем, как нужно быть здоровыми, как правильно заниматься спортом, чтобы спорт приносил только пользу нашему Кыргызстану.